В связи с пандемией образовательный процесс в учебных заведениях проходит в дистанционном режиме. Правда, не у всех школьников есть доступ к электронным ресурсам из-за отсутствия компьютерной техники. Для обеспечения учащихся необходимыми гаджетами создан проект под названием «Помоги учиться дома». Его инициатор – партия «Единая Россия». В Северском районе планшеты получили 4 ребенка. Подарки школьникам вручил глава Северского района Адам Джарим. Руководитель муниципалитета побеседовал с учениками в рамках круглого стола. Старшеклассники поделились своими планами на будущее, рассказали о том, куда хотели бы поступить. Всегда с гордостью говорите, что вы выходцы Северского района. Вот, а мы будем гордиться вашими успехами, вашими достижениями, когда будем читать, видеть, что вот наши выпускники достигли таких вот результатов, нам всегда будет приятно. Желаю вам успехов, здоровья крепкого, благополучия. И от меня передайте низкий поклон вашим родителям за то, что воспитали таких достойных детей. Всего на Кубани в рамках проекта «Помоги учиться дома» современными гаджетами планируется обеспечить более 300 учащихся.